Дорогие друзья, я хочу вам рассказать, как мы чистим печень по морицу, что для этого нужно. За неделю до чистки печени желательно принимать ежедневно 1 литр яблочного сока. Лучше всего, конечно, принимать свежевыжатый яблочный сок, особенно у кого камни в желчном пузыре. Но это не значит, что их нужно выпить сразу литр, то есть вы в течение дня просто выпиваете литр, например, можете разделить по 200 грамм 5 раз в день. Это отдельно. Это накануне полнолуния и новолуния, то есть неделю. Саму печень мы чистим в день полнолуния или новолуния. Перед этим желательно накануне выпить касторовое масло. Про касторовое масло у нас есть отдельный ролик, поэтому можете его посмотреть. В день чистки печени не принимать алкоголь, не есть жирное и не есть мясо. До 3 часов мы едим спокойно, после 3 уже не едим. Пить можно. Теперь в 6 часов, то есть вот у нас есть 4 сульфата магния пакетика приготовлено. Оливковое масло 150 мл, 150 мл грейпфрутовый или лимонный сок. Но заранее не давите, это должно быть прямо вот непосредственно перед тем, как принимать. Какая схема? В 6 часов вечера и 8 часов вечера мы принимаем по пакетику заваренному. Ну, где-то третья часть воды. Она очень горькая на вкус, поэтому вы можете налить мало воды, растворить и потом запить большим количеством воды. Пить воду можно, даже нужно. То есть в 6 часов принимаем, в 8 часов принимаем. И если до 10 часов вы чувствуете, что у вас не почистилось, накануне вы, например, забыли почиститься, выпить касторки, тогда вы делаете очистительную клизму до 10 часов. Ровно к 10 часам у вас должен быть готов сок. Масло, смешиваете все это равномерно, 150 плюс 150, выпиваете. И сразу, как только выпили, ложитесь в постель, грелку на печень и лежите ровно полчаса. Не запивать, воду не пить. Иногда бывает, что к утру уже начинается выход камней, идет чистка. Особенно вот кто чистится не первый раз. Если выхода камней не было, все равно нам надо выпить в 6 утра и 8 утра, по пакетику заваренного сульфата магния. Чтобы было удобно, лучше заварить с вечера. И просто вы берете две чашечки, у вас стоит, ставите будильник, выпиваете в 6 часов, потом выпиваете 8. Вот эти утренние порции, они очень важны. Именно они дают основной выход камней. Камни могут идти целый день, даже на следующий день. Если у вас много камней, вы никогда не чистили печень, то желательно почистить печень 3-5, даже иногда 7 дней подряд. Просто в этот день вы едите, когда уже чиститесь, да, но не пьете яблочный сок, потому что у вас идет чистка. Но лучше всего идет чистка, когда вы на голоде. Теперь, значит, вы выпили в 6 утра, в 8 утра, не завтракаете, и на обед только в 2 часа, в час, в 2 у вас салат метелка, то есть измельченная капуста, свекла, морковь. Небольшая порция, вот это вы съедаете, не солите, ни масла, ничего не добавляете, едите. Ужин легкий, свободный, но не жирное и не мясо. Все.